Так. Вот, после прекраснейшей, но, к сожалению, непродолжительной трапезы и, в принципе, более-менее... успокоившись после всего того, что было ранее, можно худо-бедно смело продолжать наши приключения, пытаясь понять, какая задница ждет нас дальше. Интересно. А словить тебя можно? Понял. Обидно. Жертва найдена. Это хорошо или плохо? Кстати, убедились, что все хорошо, и мы так еще не почитали, что у нас новенького. Слуга, обретя очертания, камнерожденный ступает на путь слуг, а слугам должно проявить себя в искусстве. Лишь самых лучших отберут во дворец, где им представится шанс получить плоть за свое служение. Угу. Значит, ясно. То есть то место, которое, в которое мы сейчас вошли, это не дворец, это только, как я понимаю, прелюдия перед дворцом. А сам путь во дворец нам откроется, когда мы уже добудем нужную нам сущность. Вот такие дела. А вот оно такие дела, оказывается. Вау. Так, я, конечно, все понимаю, но надо найти там где-то сейф, потому что, да, это крайне важно. Ой, ужас, что делается? Oh!
Ебать. Спасибо. Слуга один есть. А, ты хочешь поиграть? Ну давай, поиграем. То есть ты упорный, но я упорнее. Ну да, как всегда. Карту пока не трогаем. Хотя очень хочется. Потому что мой топографический кретинизм иногда делает свое дело. Спасибо. И... да! Так, ну расти нам пока, увы, мы не можем. Можем, но не можем. Так, что я хотел? Да, я хотел себе улучшить выносливость, но для этого надо получить еще одно очко. По возможности мы его получим. Сам попросил, я продемонстрировал. Надеюсь, он доволен. Все довольны. Так, сейф мы нашли, молодцы. И, соответственно, нам теперь остается только найти карту. А дальше уже дело техники. Отдыхайте, ребята. Будем жить дружно. Я так понимаю, в данный момент мы пока это не возьмем, пока не отключим вот эту вот байду. Так, ну, потихоньку, помаленьку мы справляемся. Фу.
А, все настолько плохо. Если я сейчас спрыгну вниз, то уже обратно не запрыгну без двойного прыжка. О, да, светлячки. Ведите меня туда, куда должна. Только надеюсь, в этот раз там не будет босса, который будет охранять эту карту. Наверное, есть возможность ее открыть. Я пока вниз. Прости, друг. Мне пока это нужнее. Ау. Ну теперь можно и помирать смело, уже не страшно. Так, карта есть. Потихоньку, помаленьку мы все открываем. Все, что тут не открыли, возможно, когда-то откроем. Так, поговорить с тобой пока нельзя. Видимо, надо одолеть то чудище. Ага, показалось. Ну, в смысле? Не надо так. Так, теперь надо с тобой разобраться. Как-нибудь. Потому что, по-любому, он нам даст очко. Или мы ему. Так, и как же мне его одолеть, если он атакует только одними критами? Зашибись. Ладно, наверное, надо выучить его. Надо выучить его атаки. И, соответственно. Попытаться как-то под них подстроиться и сделать дело. Или пока забить на него. Ну, то уже дело, как говорится, вкуса. Так, хорошо, с картой мы разобрались, то можем, ну, его в пень, этого чела. Здравствуйте. Вот это было эпично. Класс, еще и с копьем, точнее, ну, с щитом. Окей. Еще. Еще одно место, дабы испытывать боль во всех возможных смыслах этого слова. Интересно, как-нибудь перепрыгнуть тебя можешь, чтобы тревогу не поднять?
Понял, принял. Обожаю эту выносливость. Блин, если б не... Капец, как можно на выносливость, на уклонение тратить столько выносливости? Я не понимаю. Но это маразм. Как же ненавижу игры с выносливостью, это просто жесть. Просто получи. Ау. Так, спасибо еще за 1500 прекрасного вот этого вот. Так, раздайте, чтобы укрепить вместилище, на время увеличив регенерацию выносливости. Это хорошо, но сейчас мне это не надо. Ясно. Так, где эта байда, которую мы взяли в количестве там сколько, одной штуки? А, она у нас уже есть, поэтому мы ее используем. Так. Вот так. Отлично. Ого. Отлично. Просто отлично. А, то есть это я не могу в себя принять и откинуть обратно. Зашибись. Я надеюсь, эту тревогу мне по новой проходить сейчас не заставят. Ну ладно. Теперь я хочу разобраться с тем мужичком, который даст нам свое очече. Мне это очень надо. Так, ну я не знаю, ну попробовать можно. Еще разочек.
Пожалуйста, отдай мне его. И на том спасибо. Все. Казалось бы, ничего сложного. Очко получено. Все. Теперь сможем сделать себе больше выносливости. Она нам очень нужна. Так, спасибо, что не заставляет меня снова это проходить. Так, наверх туда мы пока не попадаем. Так, ты безобидный или как? Серьезно? То есть из того маленького чубзрика, которого мы видели, сделали вот это вот? Тусут. Окей. Истрепанный торс строчильщика. Облачение древнего строчильщика, застрявшего на пути и обреченного на вечную работу с прожилками корней. Его творение отвергли и забраковали, расплели, чтобы переделать заново, лишь для того, чтобы вновь отвергнуть. Ну, допустим. Так. Челюсти зверь, побежденный обладателем диковинного клинка, в честь дуэли запечатлел свою гордость в этой броне. Ага. Не-не-не-не-не-не-не. Алло. Ну вот, примерно как-то так. Смотрюсь я вполне себе. Сразиться здесь не получится, пока мы его не вынесем. Иди сюда, окаянный. Так, бесформенный торс.
Так. Спасибо. Иди сюда, милый. Отдыхай. Лови ответку. Ай-яй-яй. Вот так вот. Решаются все вопросы. Я ж ведь не в эту сторону хотел бить. Игра. Ты меня иногда просто удивляешь. Ну да ладно. Спасибо. Огромное спасибо. Еще 1500. Теперь у меня 9180. Это довольно неплохо. Так, что у нас по карте? По карте мы движемся вполне себе неплохо. По крайней мере, пока. Можно еще один сейв какой-нибудь? Это может, ну, так далековато прошли, можно было бы сохраниться. Или нас сейчас будут боссом долбить. Гребаный стык. Дворец вытесанных. А вот мы и добрались до него. Таким мы добрали. О, да. Наше! Так, ну что ж. Давайте мы наконец-таки увеличим себе выносливость. О да, детка. Сделаем себе больше ловкости. Сойдет, наверное. Ага. Так, все, теперь у нас снова место, где нету карты, и соответственно нужно ее по новой искать. Угу. Ну что ж, путь слуг довольно такая коротенькая локация. Без каких-либо больших мест или таких, которые надо исследовать долго и нудно. Хотя, возможно, они тут есть, но пока мы их не знаем, не видим. Но это только так, пока предположение. Короче, на этот сад мы обязательно попадем. И этого ребенка мы сочно, вкусно и приятно. Либо же он нас. Ну а дальше, найдя тут вроде бы все, что только можно, попытаюсь понять, как попасть еще сюда. Как-нибудь, когда-нибудь одолеем босса здешнего. Я про него не забуду. Он мне дал хорошенько люлей. Теперь я хочу ему по возможности их вернуть. Но там будет видно. Так, что у нас по вот этому вот? Подручный.
Возвышенные адепты инициируют процесс становления подручными. Подручные – низшая форма вытесанных. Вытесанные высылают их из дворца ради представления своих интересов и испытания искусства служения на пути. Эвана как? Ничего не понятно, но очень интересно.